Глава региона Игорь Кошин в рамках рабочей поездки в столицу Поморья встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Игорем Орловым. Главы субъектов обсудили вопросы сотрудничества органов госвласти и компаний, которые ведут разведку и добычу природных ископаемых на территории Архангельской области и Ненецкого округа. Затем представители двух регионов приняли участие в совещании с руководителями ведущих нефтяных компаний, добывающих в регионе. Губернатор округа Игорь Кошин представил недропользователям меры стимулирования инвестиций в нефтедобычу, разработанные администрацией НАО. Речь идет о пониженных ставках по налогу на имущество и налогу на прибыль, которые предусмотрены для введенного в эксплуатацию нового имущества стоимостью не менее миллиарда рублей. Также округ предложил нефтяникам интенсивнее использовать нашу инфраструктуру, услуги авиаотряда, спасательных служб, медицинского обслуживания, в том числе посредством телемедицины, подготовки кадров для отрасли. Недропользователи поддержали предложенные меры и, в свою очередь, обратились к Игорю Кошину с просьбой выработать единую методику исчисления размера убытков оленеводам за пользование земельной территорией. Глава региона поддержал инициативу. В условиях, когда поступления в бюджет снижаются, неправильно сидеть, сложа руки. Необходимо совместно с нефтяниками вырабатывать новые механизмы взаимодействия, ведь у нас общая цель – увеличение прибыли, извлекаемой из месторождений в регионе, заключил Игорь Кошин. От того, насколько активно недропользователи будут работать на территории региона, напрямую зависит наполняемость бюджетов Архангельской области и Ненецкого округа.